Иллюзий относительно президента Украины Владимира Зеленского больше нет. Новый лидер незалежный мало чем отличается от своего воинственного предшественника, констатировал украинский политик Василий Волга. Ничего общего с миром нынешний украинский президент не имеет, полагает политический деятель. Владимира Зеленского он назвал таким же сторонником войны, как и Петра Порошенко. По мнению Волги, противостояние в Донбассе закончилось. Если бы президент этого хотел. Мы с вами имеем самого настоящего улучшенного Порошенко, более молодого, который может подтянуться на турнике, ничего больше не изменилось, сказал политик в эфире YouTube-канала Ньюсфронт. Схожего мнения придерживается киевский адвокат Татьяна Монтян. По всей видимости, в команде Зеленского решили окончательно отказаться от выполнения минских договоренностей, считает она. На ее взгляд, Киев выбрал вариант заморозки конфликта в Донбассе. По ее словам, граждане больше не готовы терпеть войну в Донбассе, но до предоставления Донецкой и Луганской республикам особого статуса украинское общество еще не созрело. Единственным улучшением будет уменьшение интенсивности боевых действий, прогнозирует адвокат. Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко озвучил три сценария развития ситуации в Донбассе. Один предполагает продолжение Минского процесса, другой – затягивание решения проблемы. Самый радикальный третий – отказ от Донбасса. В начале октября Киев подписал формулу Штайнмайера о политическом урегулировании в Донбассе. 7 октября должен был начаться развод войск на линии фронта, но ему помешали националисты. На митингах в Киеве и других городах радикалы выкрикивали антипрезидентские лозунги и обвиняли Зеленского в капитуляции перед Россией.